В рамках памятной даты в библиотеке НХМТ состоялось организационное собрание Чувашского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов. На собрании присутствовали председатель Российского союза ветеранов Семенов Николай Николаевич, ветеран военной службы, активист Чувашского республиканского отделения Российского союза ветеранов, полковник в отставке Геннадий Аристархович Егоров и полковник Виталий Андреевич Мукин. В торжественной обстановке в организацию также вступили активисты военно-патриотического воспитания подрастающей молодежи. В рамках этого мероприятия мы провели организационное собрание членов Российского союза ветеранов из города Новочебоксарска. У нас на сегодняшний день вступило в эту организацию общественную 20 человек, которые сегодня получили удостоверение. Почетные гости рассказали о истории создания Красной Армии и о том, как в настоящем важно защищать свое отечество, быть патриотом и помнить заслуги людей, которые внесли немалый вклад в защиту и развитие нашего государства. Также в рамках мероприятия состоялось вручение юбилейных памятных медалей от Российского союза ветеранов к столетию рабоче-крестьянской Красной Армии. Эти медали получили 10 человек, которые также ведут работу по военно-патриотическому воспитанию в городе. Сабина Вишневская, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.